И вот теперь мы продолжаем играть в Айзек. Поехали. Не помню. А, ну да. Ну да, конечно. Не тот профиль. О, вопрос. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. Так. Надеюсь, что все будет хорошо. Оп. Не возьмете, ироды. Хорошо какой-нибудь демедшапчик. И что-нибудь на синие сердца, и вот этот вот камень взорвать. И было бы просто прекрасно. Главное не биться об шипы. Главное не биться, блин, об шипы. Привет, Кофиан. Привет всем, ребят. Оп. Оп, оп. Нагадим в каждой комнате. Ну, как вариант, в принципе, чего нет-то. Не, ну почему бы и нет? Могем же, могем. От фекалия все равно никакого проку. Так, надеюсь, это будет Хайрофант или типа того, потому что... Потому что нужно. Просто потому что нужно. Погода хорошая, птички поют. Сосед вчера не сверлил, будем надеяться, он не будет делать этого и сегодня. Это для тех, кто на стриме, для тех, кто в записи смотрит. Вам-то, наверное, вообще по барабану. Все равно это будет в другом цикле важно. По поводу башни ничего нового в Майнкрафте. Но какого черта, обо всем по порядку. Поговорим о Майнкрафте, когда буду играть в Майнкрафт. Так. Друг, а друг... Давай, ты не будешь меня бить, блин. Аллилуйя, блин. Славьте, господи, забили. Тоже вариант. Ну, в принципе, от фекалия, видите, толку... Как от фекалия, в общем-то. В общем-то, аналогии с реальным миром присутствуют. От фекалии толку ноль. И... Да, 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 игра, я в курсе. Уже интересно. Уже интересно. Уже лучше, чем ни хрена. Получается, весь предыдущий уровень был ровно ради HP-апа. Ац. Значит, я в прошлый раз тоже угадал. Я думал, что надо было к той стене его подвести, к правой. Ну, собственно, тут она левая. Вот, но... Не получилось тогда это сделать на лету. Подумать получилось, а сделать не получилось. Так. Наверх. А, но тут уровень уже побольше. Так что... Хотя то же самое, по сути, видите. По мобам та же ересь. Абсолютно. Здесь должна быть где-нибудь... Может быть, синий камень, нет? Нет, видимо, синий камень это не распространяется. Ладненько. Ладненько. Так, снова деньги дают. Что мне с деньгами, блин, делать? Ну, впрочем, я отвлекся. Босс. Так, видите? Piercing shots. Просто тащит. Ну, с мухами, конечно же. С остальными мобами он... Ну, тоже прикольный. Но, например, с быстрыми мобами, если у меня не будет скорости, у меня будут проблемы. Эй, damage up. Что вообще шикарно, как по мне. Так, и в общем-то мне нечем взрывать. Нечем и нечего взрывать.
Разве что магазин, но как бы бомбы-то все равно нет. А к Якубовичу идти как-то расточительно. Пойдемте дальше. Я пока не играю в Cybernaut Pack, мне не интересно. Вообще да, они планировали, по-моему, что-то менять. Curse of Lost. Но Curse of Lost меня не пугает. Если это не отсутствие здоровья. Так, бомба. Бомба — это неплохо. Так, дамаг мне уже нравится, и то, что у меня есть ключ, мне нравится еще больше. Так. Монетка. По фигам. Интересно, почему из них вылупляется кто-то на поздних уровнях, и никто не вылупляется на этих? Оу, е. Оу, е. О, да. Прекрасно. Просто, блин, прекрасно. Листья клёна падают с ясеня. Ну да ладно, вы еще маленькие. Так. Hell yeah. Hell yeah, блин. Дальше. Я тебя понял, игра. Ну и босс. Монстр. Но он не страшный совсем. Но он может меня сейчас надамажить, конечно, но он не страшный. Интересно, есть смысл дамажить его вдоль или дамажить его поперек? Ну, то есть, пролетающая слеза его больше дамажит или нет? Хотя, наверное, это от терсапов зависит. Если вообще зависит от чего бы. От чего бы то ни было. Ну, очевидненько, да? Что вот эту штуку надо брать. Очевидное и невероятное. Очевидно, невероятное не случается. Так, а здесь что? Есть что-нибудь в кострах? А если найду? Ну, все, мое, ничего не знаю. Гоп-стоп. Кстати, какого черта? Почему он при нахождении собственной души ничего не происходит? Все еще хочу, чтобы что-то происходило, когда он находит свою душу. Потому что это его, блин, душа. Так, на секундочку. И так, на секундочку, здесь на многое завязано на этом. Так что какого хрена? Нет? Ну и ладно. Ну и ладно, раз вы такие. Все, я ухожу от вас. Не забывайте подписываться, не забывайте сабиться, ребят. Прикольненько.
Так, еще монетка. Еще одна монета. Ой, фу, еще одна комната. И вся карта открыта. Эй, это же Хаерофант, отлично. Прекрасно просто. Штопанные коврики. Штопанные шковрики. Мне посмотрите, куда мне переться. Но мне придется туда идти, потому что там, а, две сокровищницы, и, б, ну, в принципе, хватит, а. Еще один синий камень. Я потом подниму. Мало ли. Мало ли на сделки уйдет, например. Я могу, конечно, не дожить до подъема. Оу. Ауч. Нет, друзья, уходите. Да, блин. Иногда стрельба не приносит результата. Ты просто стреляешь, 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 стреляешь. Этот сволочь не попадает никак. Блин, урод, скотина. Бум. На халявку. Снова монета. Не, ты что не поднял? Так. Не, ни за что. Ну его нахрен. Это плуда. Я сейчас изматерюсь весь. Эй, это тоже интереснее. Так, а что здесь? Ага, здесь у нас Пандора бокс. Ну-ка, что мне Пандора дает на этом уровне? Так. Я никак запомнить этого не могу, так что вы меня уж простите. Так, я отвлекаюсь, конечно. Так, а папа Пандора на катакомбы XL. А. Либо один бусером айтем, либо бусером айтем и два сердца. Я думаю, на того стоит. Так точно. Люда и трипл. Нахрен Люду. Одного трипла хватит. Доузи трипла. Не хочу Луду, ребят. Луда это отстой. Им управлять неудобно. Так, давайте вниз. Луду я бы взял, но им очень неудобно маневрировать бывает. И на эта комната просто такая комната, ладно. Если мобов много, надо стрелять в ближнего, а Луда где-то уже улетел дальше. Ну, короче говоря, я вижу в этом проблему. Я этого обычно не делаю. В принципе, штука-то неплохая, в теории. Но только в теории, к сожалению. Ладно, спидшот, спидап. О, проблемы, да? Проблемы, уродец. Упс, ты сдох.
Эй, да это же... Да это же кусочек угля. Чернее черного слеза. Просто, блин, чернее черного. Как же Брим и Люда? Ну, Брим и Люда, блин, это другая история, Сильвер Валрус. Ты говоришь заведомо имбо-комбинации. Конечно, она тащит. Да как Бримстоун и Кот, знаешь. Хотя нет, плохой пример. Они по отдельности тащат. Короче, нафиг вашу Люду. Я брать его не буду. Люду, его. Возможно, ни одной фекалией Татьяной ограничивается ассортимент. Так, ну здесь, в принципе, осталось только дочистить, тут ничего интересного не будет, я думаю. Разве что сундук с каким-нибудь ништяком, но это максимум. И то не факт. Но вот монеток накидали. Да, не, ну мне это не нужно. Ну, то есть, может быть и нужно, но не так. Блин, а если бы у меня атаки не было? Кто-нибудь вообще об этом думал? Я понимаю, что моб слабый, но, блин, если атаки нет, даже тут не успеешь его размотать. А там еще второй идет. Не знаю. Сомневаюсь я насчет адекватности создания некоторых комнат. Блин. А, это ну к черту эту комнату одну. А там наверняка лежал кот, крикетс хэт и вообще все. Там другая игра, знаете, дополнение. Ключ от Bloodborne на PS4. GTA на ПК. Вот наверняка все это было в той комнате. Блин, теперь этот демедшап, но так не люблю за мобами бегать, когда они начинают от меня сваливать. Чпок. Так, а куда мне идти-то? Куда-то вот туда. Алгис, тут я, пожалуй, оставлю. Наверное. Или нет?
Вообще карта любая, которая меня телепортирует, или да что угодно, что меня телепортирует, не обязательно карта. Это шанс взять еще и негатив. Конечно, с моим комбо в Dark Room не пойдешь, но эффект-то будет работать. Так что я подумаю. Сейчас вернемся, наверное. Ауч. Ауч. Хотя, конечно, опасно все это. Вау. Да ё-моё. На полминуты lost. Сколько я помню, на полминуты. Так, ладно, валим отсюда. Камни я взорвался. В принципе, что хотел, тоже взял. Валим. Стоять дальше, чтобы бить с помощью угля, или стоять ближе, чтобы выстрелы кучнее ложились. Я думаю, бегать как сумасшедший, напарываться на лучи и убивать себя нахрен от простейших боссов. Вот это моя тактика. Как харя счастливая. Эй, этому чуваку только что пришел писец. Эй. Эй. Мам с Перл, пожалуй, возьму. Не Перл, а Перл. Как будто у вас кусок картошки во рту лежит. Перл. Или вы морской котик. Перл, Перл, Перл. Охренеть. Нет, не пойду я туда. Никуда я с вами не пойду. Так. Ноуп. Ноуп. Эх, хорошая вещь, но нет.
Я думаю, что я могу, и я думаю, что я пойду. А из Айзека мог получиться неплохой платформер, кстати. Дэмэджап. Так. Не, ну эти мне ничего не сделают. А вот мотоциклисты... Или кто там? Я думаю, что мотоциклисты гоняют. Погода хорошая. Обострение началось. По-моему, я сейчас иду в минимальный дэмэдж просто. Не в минимальный возможный, конечно, потому что минимальный возможный это явно ноль. Но точно получаю его мало. Вы знаете, вообще полезно высыпаться. Вы попробуйте как-нибудь. Ха-ха, игра. Шутку понял. Но это такая мифическая штука, высыпаться, концепт. О, нет, амнезия. Фиксит. Че они там фиксят? Ничего они не фиксят. Погнали. Кто мне скажет, что Макмиллан или кто там делает это, вот что-то фиксит? Друг, подумай еще раз. Они самый очевидный баг пофиксить не могут, который я уже юзаю черт знает сколько. Ну или подруга, хотя девушки вряд ли смотрят Айзека. Вообще девушки вряд ли YouTube сильно смотрят. Знаете, как в интернете нет девушек. Ну и нахрена мне это нужно? Вау! Вау! Господи, я доджу как Иисус. Очень скромное замечание такое, но... Блин, это было жестко. Ну, вроде слезы небольшие, а дамажат, офигеть.
Ауч. Богатый? Это что-то среднее между богатым и поганым? Богатый. Проникающие слезы. Они в толстых противниках по 2-3 раза дамаг наносят. Ну это да. Вопрос только, зависит ли это от тирсапа как-нибудь. Ну и то есть наносят ли они 2-3 раза, или они просто тройной урон делают. Как сэкономить бомбу, когда у тебя их до хрена? А вот так, блин. Тут просто не особо никуда не деться будет, если они выстрелят, поэтому я боюсь там стоять внизу. Для тех, кто смотрит на ютубе, когда-нибудь я вернусь к модам по Айзеку. Может быть, когда выйдет там какой-нибудь 1.4 мод, сейвер мод пак. Я просто знаю, что на ютубе немножко как бы с запозданием и немножко меньше Айзека. Там уже народ волноваться начал. Почем зря. Вообще, тем, кто смотрит на ютубе, приходите на стримы ежедневно. Один забег каждый день есть в Айзека. Но только два в неделю идут на YouTube. И то, если нет никакого форс-мажора. А-ля сосед с дрелью или сосед с дрелью. Ну или сосед с дрелью. Просто их три штуки, так что. Русского стримера. Но это же не хитбокс. Тут достаточно немало русских стримеров. Хотя, конечно, многим это не интересно. Так. Ну, Кикубовича я не попадаю. Ну, то есть я, конечно, попадаю, да. Но, блин, мне придется ради этого аж два сердца потратить. Так что... Ну его в качель этого Леонида Аркадьевича и пойдемте отсюда. Так, я надеюсь, вы не слышите грохота за окном. Если слышите, скажите, я закрою нафиг дверь балконную. Погода на улице, сказка. Хотя, конечно, дверь не хотелось бы закрывать, потому что иначе будет душно, и вы тогда будете слышать звук кулера, лопатящего воздух в моем системном блоке процессора. Нельзя эту штуку процессором называть, это неправильно. Да, кстати, по поводу видеокарты. Сегодня не было и не было звонка, не было и не было. Вчера я позвонил ему сам. Вот. В ходе диалога выяснилось, что я жду его звонка, а он ждет моего звонка. Ну, вот так вот мы два дятла и сидели. Ну, на самом деле, я просто упочил, потому что это мне надо было, а не ему. Вот, так что в следующую среду, вот в грядущую, я поеду... Я надеюсь, что я поеду за видеокартой. Новой. Вот. Такие вот пироги. Локи, ну не надо. Синий камень, который ни хрена не синий. Ясно. Я там все надеюсь найти Small Rock, но, блин, не судьба, видимо. Видимо, не в этой жизни.
А здесь мне вообще нечего искать. Давайте к боссу. Давайте завалим босса и потом пройдемся по уровню. Воу! 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 Ау! Так, ну здесь мне нет причины бояться его, потому что у меня и полароид, и негатив. Главное, когда подбегаете кверху, уклоняясь от этих лучей, никогда не бегите быстрее, там, стараясь их опередить. Они двигаются с равномерной скоростью. Это ошибка любого практически человека, который видит эти лучи. В Севермоде вместо кампуса у сатаны может попасться Локи. Там вообще все перекроили. Да, я не трачу здоровье просто так. В чем проблема-то? Хоть при 10, хоть при 20. Здоровьем можно раскидываться, конечно. Но однажды у тебя его не станет. И вот тогда ты будешь жалеть о попытке пройти к Якубовичу. Которая, возможно, тебе ничего и не дала. Так что... Не стоит. Оп. А, там какая-то комната. Ау. Не, конечно, у меня есть пополнение здоровья, безусловно. Эй, еще у меня есть Гаппи Хэт. Один из трех. Ну, вряд ли в той комнате будут остальные два. Но если да, то воу. Нет, это троечка. Троечка, по-моему, не дает ничего хорошего. Действует на все пикапы на уровне. Правда, что ли? Все где 20 на уровне. Ну, в принципе. Лучшая эта карта. У меня просто есть Sacrificial Dagger, и я думаю, что с Чериотом я смогу нанести им дамага больше, чем когда-либо вообще сможет нанести сраная карта смерти. Оп. Оп, оп, оп. Блин, лучше бы он, конечно, реролил айтемы, потому что там голова. И она мне как бы не особо. Не, мусор. The Moon. Нет, The Moon мне тоже не нужно. Во. Уже интереснее. Yeah, oh yeah. Damage up, Cricket Head. Не знаю, что там с чем нивелирует. Меняет ли он эффект грибочка. Там, или убирает его множитель. Или хрен, или грибочек после Cricket Head'а. Да побую, это damage up, и я его беру. Оу, нет. Наверное, надо было у пацана поиграть, но... Честно, не хочется через шипы ходить. Нет. Ключи важны, разве что. Давайте в сундук. Сделали какой-нибудь, сделали бы какой-нибудь ультимейт моб, чтобы нужно было идти сначала через собор, потом через шоу.
Или где, или развилки, типа проходишь чрево, можно уйти собор, сундук. Там проходишь собор, можно уйти Шиол, Даркрум, а не только одну развилку. Как сейчас. Вообще много чего игре не хватает. Я бы много чего добавил, если был бы программистом, например. Ну а чтобы этот Ultimate мод, как бы он врубался, ну, не постоянно, а можно было бы его как, ну, типа, вот как Hard мод, да, чтобы был бы какой-нибудь Ultimate мод. Хагалас. Это не нужно. Это отстой. Два хагалаза. Двойной отстой. Это если у вас нет бомб, тогда да. А так... не пригодится. Да умри. Так, а что тут есть? Ничего нет. А, вот вижу, вижу. Многоразовый, многоступенчатый, в общем, дамаг несколько раз идет. Так, с этим все понятно. Ауч. Ты огребаешь. И, ну, естественно. Ну, само собой. Лаверс. Самая бесполезная для меня карта. Просто мост useless. Короче, самая бесполезная карта, к черту английский. Тем более, что мой английский, как ваш японский. Так. Я к тебе позже, братишка, загляну. Люблю играть за вопроса. В том смысле, что у него полароид и негатив работают просто. Ах ты ж. Скотобаза! На. Оп. Трипл-шоту еще не помешал бы, не помешала бы ложечка. Это было бы вообще классно. Они тогда, когда подлетают, они схлапываются все, схлапываются в одну... Мне больше нравится слово «схлапываются». Как бы в одну точку и наносят куда больше дамага. То же самое, по-моему, змейка делает, если я не ошибаюсь. Вигл. Извилистая змейка. Вигл-ворм. Ну, только она там да, с поправкой на ветер, как бы, с поправкой на тринкет, но все равно примерно такой эффект она, по-моему, дает. Если я не ошибаюсь, конечно, сейчас. Когда столько всего летит в одну точку. Мне бы бумбро, хотя... Блин, да что такое? Заманал. А вот так тебе подачку. Окей, здоровье потихоньку восстанавливаю. Оу, оу, тихо. Тихо, спокойно. А это мне не нужно. Абсолютно. Ну,
Может, он мне хоть попадаться не будет дальше. Хотя, по-моему, попадается и абсолютно побую. Вот это в первой части хорошо работало. В этой такого не замечал. В первой части, если ты чего-то коснулся, то есть, если ты что-то взял, все, это больше не появится никогда. Но там все иначе работало. Там, когда ты набирал слишком много артефактов, игра вообще висла к хренам. Здесь, по-моему, item pool идет по новой. Там моды исправляли вот эту вот недоработку. Ну-ка, а что будет, если взять дабл-шот? Мне просто интересно. Ну, не 6 же этих, конечно. Ни хрена не будет. Да просто не будет ни хрена. Ну, 6 не было бы точно. В этом я уверен на 150 тысяч процентов. Да, фиршот великая вещь. С такими боссами, как алчность, офигенно просто. Но, правда, она все равно стреляет иногда, так что это не панацея. Вот скотина, а. Ну, эти ребята всегда такие. Вау, вау! Спасибо Орбиталу, блин. Так. К боссу чуть погодя сходим. Давай, прыгай отсюда. Это было просто. Зачем-то 5 монет подобрал. 5 центов, вернее. Так. По-хорошему бы к мега-стане сходить еще. Не попадешь ты в меня. Нанзас. Вижен. Вижен, по-моему, мне сейчас ничего не даст. По-моему, просто открывает карту полностью и все. Мне нужен дэдди-ки, и тогда можно будет сходить к мега-стане. Но если не будет, то как бы пилюлю я уже не найду. Ту таблетку, которую я жрал в начале. Очевидно, второй раз она уже не падает. Давай уже, вылазь, сволочь. Ладно, у меня есть еще 4 комнаты. То ведерко, не помню чего, сделает меня медленнее, и я его не люблю брать. Медленнее, значит, я буду... Ну, очевидно, я буду медленнее, и значит, я буду уязвимее для прожектайлов летящих. Так что ну его нафиг. Это было глупо. Это было глупо. За что мне нравится сейвер модпак?
Ну, конечно, по сравнению с ванилой, да еще и на нормале, охренительно сложнее. Но то, что в нем клево, так это, конечно, наличие магазинов и то, что там всегда можно добрать какое-то комбо. Там на харде интересно играть, здесь на харде муть. Меньше здоровья, меньше предметов, и типа это хард. Как по мне, не совсем правильное усложнение для Айзека. Ну, понятно, ни хрена тут нет. Ауч. Ну все, сволочь, ты огребаешь. А, в принципе, я могу его и так запинать. Ну что же, ребят, сид на ваших экранах пройдено за вопроса 10 подряд без смертей. Не знаю, я в принципе не считаю, и никто не считает, и не все они есть на YouTube, так что все эти заходы сид в вашем распоряжении пройдено. Майнкрафт через 2 минуты.